Друзья, всем здравствуйте! Это программа «Лучшая в Краснодаре» и я ее ведущий Евгений Бондарь. На улице лето, лето – лучшая пора для отпусков и для того, чтобы смотреть программу «Лучшая в Краснодаре». Поэтому, если вы никуда вдруг не уехали, тогда прямо сейчас начинайте смотреть нашу программу. У нас для вас много всего интересного, интересные сюжеты и, конечно же, интересный гость. Поехали, мы начинаем! Один застройщик – хорошо, а объединение застройщиков – лучше. Преимущество объединения застройщиков – строительство по принципу комплексного освоения территории с полной инженерной и социальной инфраструктурой. Наличие постоянных партнеров в полной цепочке строительного бизнеса. От карьера по добыче сырья до производства стройматериалов. От проекта до строительства жилых домов, их продажи и управления в эксплуатации. Мощное объединение застройщиков имеет недоступную для мелких конкурентов возможность существенно участвовать в государственных, федеральных и региональных социальных программах по обеспечению жильем студентов, молодых семей, военнослужащих, детей-сирот, ветеранов, строить жилье для переселенцев из аварийных домов и детские дошкольные учреждения. Иметь дело с объединением застройщиков удобнее и надежнее. Объединив ресурсы и многолетний опыт работы на строительном рынке, известные в регионе компании работают в рамках единой стратегии под единым брендом, реализуя построенное жилье в единых центрах продаж. Объединение застройщиков «Юга» ВКБ «Новостройки» реализует более 8 тысяч квартир в 11 городах Краснодарского края, на Черноморском побережье и Ростовской области. Единый центр продаж 8 800 3 3 7 3 единицы. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях ведущий различных мероприятий, всяких, вообще каких угодно, певец, автор Артем Авагимов. Привет. Привет, Жень. Скажи, пожалуйста, с чего ты все-таки начал? Ты скорее ведущий или ты все-таки сначала певец, исполнитель или автор? Изначально, конечно, моя творческая карьера началась с песен. С песен, с написания песен, с написания музыки. Хороших текстов. Ну, хороших, нехороших, это уже определять не мне, но, на мой взгляд, это что главное. За стиль? Начинал я вообще с авторской песни. Угу. Начинал с авторской песни, потом приблизился к эстраде. Угу. Вот, и в таком направлении. Но я это называю эстрадный шансон, скажем так. Эстрадный шансон. Эстрадный шансон, да. Это популярная музыка, очень понятная людям, с хорошими словами, с хорошими текстами. С хорошим смыслом. Угу. Ее любят женщины, эту музыку. Можем ли мы назвать это популярной музыкой? Да, это и есть популярная музыка, поп. Смотри, у нас в программе все просто. Приходит там гость, мы ему задаем пару вопросов, а потом мы вместе смотрим сюжет. Вот сейчас смотрим сюжет. Смотрим. Идеальная кухня – мечта каждого. А что, если я вам скажу, что создать свою идеальную кухню вы можете самостоятельно, сделав всего несколько шагов? И при этом вы не только получите качество, но и сэкономите время и деньги. Заманчиво? Первый шаг. Собрать функциональную и удобную кухню можно с помощью кухонных модулей. Это просто как детский конструктор. Предлагается широкий ряд типа размеров модулей в 5 цветах. Вам остается выбрать нужный размер и цвет будущей кухни. Второй шаг. Выбираем влагостойкую столешницу из пластика или акрилового камня. Третий шаг. Фасады – это лицо кухни. В зале представлены итальянские фасады из массива, крашеные, шпанированные и облицованные пластиком. Заключительный шаг – это подбор фурнитуры и комплектующих. Опытные консультанты помогут вам разобраться в огромном ассортименте. Изюминка этого предложения в том, что все это можно найти в одном магазине, и вы не потратите лишних сил, времени и денег. Компания Юмаком предлагает новинку – кухонные модули. Собери свою идеальную кухню. Модули, фасады, столешницы и фурнитура – все здесь. Качественно, удобно, недорого. Юмаком. 8 800 2172. Друзья, в гостях у нас ведущий Артем Авагимов. Артем, скажи, пожалуйста, какое мероприятие было самым крупным для тебя? То есть, может быть, самым важным, может быть, самым большим по количеству людей? У меня в памяти отложилось два мероприятия. Одно было в Сочи в прошлом году. Это была свадьба Анжелы и Георгия. Потрясающее мероприятие, почти 400 человек.
суперская обстановка, очень много было интересных гостей, в том числе и известных людей. Тяжело ли работать с большой аудиторией такой? Работать с большой аудиторией гораздо проще, нежели с аудиторией, допустим, в 20-30 человек. Потому что охватить 400 человек или 300 человек с собой, да, очень сложно. Но это возможно из-за того, что ты находишь, ты говоришь хорошие слова, ты общаешься со всем залом. И если где-то ты позволил себе немножечко уйти от темы, то, возможно, этого никто не заметит. А 20-30 человек внимают каждому твоему слову, смотрят на тебя, слушают тебя. И все, что ты говоришь, оно отражается у них. В душе, в сердце, в глазах. Поэтому, конечно, 400-300 человек для меня проще, нежели 20 или 30 человек. А что бы ты посоветовал начинающим ведущим? Делать свою работу с душой и делать индивидуально. Потому что, когда я начинал, я сказал себе сам: ты будешь такой, какой ты есть. Ты не будешь другим, потому что другие уже есть. Я думаю, что нам остается только посмотреть следующий сюжет, потому что все ясно. С удовольствием. Светлана – молодая краснодарская бизнес-леди. Немногим более года работала в своей парикмахерской. Салон был маленький, уютный, но хотелось большего. Тем более, что количество клиентов постоянно росло, да и для дополнительных услуг нужно было больше места. За несколько лет Светлана заработала определенную сумму, чтобы открыть такой салон красоты, о котором она мечтала. Но этой суммы было недостаточно. Нужны дополнительные средства. Где же их взять? Я слышала, что можно положить свои деньги в потребительский кооператив и получать высокий процент. Убедилась, что деятельность кооператива контролируется государством, а сбережения страхуются. Поняла, что все надежно и безопасно. Я стала пайщиком в кооперативе и не ошиблась. Спустя некоторое время ее мечта сбылась. Она смогла открыть большой, просторный и комфортный салон красоты. И все это благодаря тому, что она нашла способ приумножить свой капитал. А став пайщиком кредитного потребительского кооператива, Светлана уверенно смотрит в будущее. Теперь у преуспевающего бизнеса есть поддержка. Финансовая группа «Сберегательный союз» предлагает комплексные программы финансовой поддержки для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Финансовая группа «Сберегательный союз». Построим будущее вместе. 8 800 5000 977. Звонок бесплатный. Друзья, напоминаю, у нас в гостях Артем Авагимов, ведущий различных мероприятий. И вопрос к тебе такой: как ты все-таки пришел к тому, что начал вести мероприятие? Это профессиональный, наверное, рост. Я не думал об этом, даже, наверное, не мечтал, и в планах у меня этого не было. Попросили провести мероприятие, буквально несколько слов предоставить, представить людей. Я это сделал, и получилось, людям понравилось, и после этого... Пригласили еще. То есть потом я из этого сделал, естественно, свой такой, можно сказать, основной рабочий инструмент. То есть, в основном, ты работаешь ведущим, но еще и исполняешь свои песни. Да, это, знаете, как вот есть актер театра и кино, да, театр и кино, они разделяются. Вот у меня написание песен, исполнение песен и проведение мероприятий, организация мероприятий любого различного характера на любом уровне, я занимаюсь этим. Mm-hmm. То есть, и поем, и пишем песни, и создаем мероприятия, женим людей, радуем, ну, все в таком стиле. Ясно. Мы тоже, кстати, радуем людей, но радуем людей нашими сюжетами. Мы сейчас посмотрим с тобой очередной. Внимательно смотрим. Кухня. Пожалуй, самое важное место в доме для каждой хозяйки. По статистике, женщина проводит у плиты в среднем 5 лет своей жизни. И чтобы эти 5 лет были счастливыми, кухню нужно выбирать очень тщательно. Придя в салон, обратите внимание не только на наличие большого выбора, но и на производителя. Определиться с конкретной моделью вам поможет ваш вкус и, конечно, опытный продавец-консультант. Стоит обратить внимание на новое направление в дизайне кухонных гарнитуров. Модерн и классика, совмещенные в одной модели, эксклюзивные стекла, буфет, оригинальные ручки сделают вашу кухню неповторимой. Функциональность и изысканность.
красота и передовые технологии. А также экологически чистые материалы, используемые в кухонных гарнитурах, удовлетворят потребности любого покупателя. А опытные дизайнеры помогут вам подобрать встраиваемую технику ведущих европейских производителей и разработают индивидуальный дизайн-проект совершенно бесплатно. Студия мебели «Андорра» предлагает красивые, модные и высококачественные кухни. Улица Новороссийская, 201А, торговый центр «Атма». Студия мебели «Андорра» – эксклюзивные кухни по доступным ценам. В гостях Артем Авагимов. Артем, скажи, пожалуйста, писать песни, когда ты начал вообще писать песни? Часто задаваемый вопрос мне, я на него всегда отвечаю так, с того самого момента, как я стал что-то вообще понимать в жизни. А что-то в жизни понимать я стал в 12 лет. В 12? В 12 лет, да. Ну смотри, я около 13, ты ранний получился. А ты помнишь вообще... Спасибо свою... маме и папе. Ты помнишь свою первую песню? Скорее нет, чем да, потому что это была такая полоса различных стиляжных песен, это была стилизация под авторов, исполнителей того времени, я имею в виду того 70-х, 60-х, потому что я очень любил поэзию всегда, и мне очень нравились такие поэты, как Евтушенко, Ахмадулина, Владимир Семенович Высоцкий, да, и, естественно, были вот такие стилизованные вещи под них. Не помню, скорее не помню, первого, чем помню. Скажи, а вот совет тем людям, которые хотят свою жизнь связать с творчеством, с чего им начать? То есть вот, например, человек... С души. С души, да, только с души, потому что ни одна песня, я скажу так, свяжу сейчас, да, ни одна песня, ни один текст, ни одно мероприятие, которое вы организовываете, никогда не получится без души. Скажи, пожалуйста, а вот внутри ты созрел для просмотра следующего сюжета? Безусловно. От бессонницы страдает каждый пятый житель планеты. Одна из главных причин массового расстройства сна – неудачные кровати и матрасы. Как же избавиться от этой проблемы и каждую ночь сделать сладкой, а утро добрым? Пришло время выбирать новый матрас. Ортопедический, разумеется. Такой матрас, как в известном выражении, работает, пока вы отдыхаете. Он обеспечивает равномерное распределение тела и его охлаждение, что просто необходимо в летнее время. Помимо матрасов, вы, конечно, можете приобрести и кровати, в комплекте к которым идут изысканные тумба, комод, банкетка и пуф. А также стоит отметить, что в большом ассортименте представлены интерьерные кровати, аксессуары для гостиничного бизнеса и постельное белье. Вся мебель эксклюзивная, а это дает вам возможность заказать ее в нестандартных размерах, в любом цвете и исполнении. Теперь добавим самое главное. Матрасы и мебель высшего качества могут позволить себе абсолютно все, благодаря широкому диапазону цен от экономичных до класса премиум. Фабрика ортопедических матрасов и аксессуаров для сна «Стронг». Постоянно обновляющийся ассортимент, огромный выбор, гарантия качества. Краснодарский край, станица Отрадная, улица Базарная, 84. В гостях у нас певец, автор собственных песен, ведущий различных мероприятий Артем Авагимов. И вопрос к тебе не совсем творческий. Вопрос о жилье. Как выбрать квартиру, на твой взгляд? Опять же, я такой человек, я все чувствую. Вот если я вижу что-то прекрасное для меня, то, что мне понравилось душевно, то, наверное, таким образом я и руководствуюсь. Этим образом я и руководствуюсь. А если ты видишь стяжку и штукатурку, может ли она тебе показаться прекрасной? Мне очень важно, чтобы было качественно. Чтобы было качественно и сделано по-серьезному. Потому что к жилью отношусь очень серьезно из-за разряда того, что прошел очень много этапов, жизненных этапов, в которых я жил в разных квартирах, в разных домах, поэтому я знаю, что такое хорошо, что такое плохо в жилье. У нас есть сюжет о выборе квартиры, предлагаю сейчас посмотреть, может быть, и себе что-нибудь выберешь. С удовольствием. Маргарита и Алексей только что приобрели квартиру в новом микрорайоне. Они рассмотрели массу предложений, но плюсы этого были сразу очевидны. Привлекла собственная инфраструктура, созданная по всем современным стандартам.
Парковочные места в избытке, детские и спортивные площадки в каждом дворе, а сам район экологичен и удобен буквально во всех отношениях. Нам очень важен свежий воздух, но в то же время это должен быть комфортный городской микрорайон. Все-таки новый район – это удобно. Нет проблем с парковкой, все продумано. Супруги обратили внимание и на качество домов. Монолит-кирпич с улучшенной звукой и теплоизоляцией – это комфортно и, конечно, экономично. Зимой в таком доме будет теплее, а летом он сохранит прохладу. Остается только выбрать саму квартиру. Маргарита и Алексей уже стали обладателями квартиры в новом микрорайоне, и совсем скоро они смогут по достоинству оценить все плюсы качественного и грамотного подхода к строительству. Уверена, что каждый покупатель сможет подобрать квартиру по своему бюджету и предпочтениям. Все квартиры уютные, с удобной современной планировкой. Вы можете выбрать квартиру от 46 до 84 квадратных метров. Окружающие всегда считали нас расточительными. А мы взяли и сэкономили. Аж 280 тысяч. Сэкономьте до 280 тысяч рублей при покупке квартиры в микрорайоне «Казанский». В гостях у нас Артем Авагимов. Помимо прочего, помимо того, что он ведет мероприятие, он еще исполняет на них свои собственные авторские песни. Скажи, пожалуйста, что ты чувствуешь, когда выходишь на сцену именно петь? Чувствую нужность. Нужность. Потому что я чувствую, что я делаю те песни, которые нравятся людям. Для меня это самое важное. Нужность ощущать вот то состояние, при котором люди желают слушать те песни, которые я пою. Скажи, с кем из великих ты хотел бы спеть? Я не знаю, насколько этот человек велик. Великих людей много. Понятие величественности тоже для каждого разное. С Гришей Лепсом с удовольствием бы хотел спеть. С Лепсом хотел бы? Да, с удовольствием спеть. Для меня этот человек, нет, скажем так, не эталон, не кумир, но мне нравится, что он делает и как он это делает. А может быть, с кем-то из прошлого, допустим? Как тебе Фрэнк Синатра, например? Его музыка постоянно наполняет мою душу, потому что это классика уже. С удовольствием всегда бы. Что угодно. Да, потому что это действительно человек достойный. А вот прямо сейчас, пока мы с тобой смотрим сюжет, мы еще будем что-нибудь напевать. Смотрим. Знаете ли вы, что в нашем городе можно пройти курс лечения у остеопата и привести в порядок зубы сразу в одном месте? Мы убедились, что такое возможно. В по-настоящему уникальной клинике придерживаются правила, что пациент главный, поэтому создают все необходимые условия для комфортного оздоровления. Звучит релаксирующая музыка, радуют глаз картины лучших отечественных художников. Наличие в клинике технической лаборатории позволяет изготовить протезы любого уровня сложности. Вам не придется беспокоиться за свою улыбку, если с вами работают исключительно профессионалы. Три кандидата меднаук, а доктор-остеопат с европейским дипломом. Для тех, кто не знает, что такое остеопатия, раскроем секрет. Это работа с сердцем, руками и совестью. Возможность укрепить не только тело, но и дух. Когда мне тяжело становится, я обязательно прихожу и после курса остеопатии чувствую себя значительно лучше. Дружный коллектив в клинике тоже немаловажен, так как создает доброжелательную атмосферу. Конечно, к каждому клиенту индивидуальный подход. Приходите улучшать свое здоровье всей семьей, и вам помогут справиться с многими проблемами. Клиника Прокофьевых. Комфортные условия для взрослых и детей. Действует программа «Антиспид» и «Антигепатит». Три кандидата наук. Доктор-остеопат с европейским дипломом. Клиника Прокофьевых. Уникальная клиника. Артем, вопрос к тебе сейчас такой. Как ты поддерживаешь себя в форме? Ведь наверняка нужно быть как ведущему, как исполнителю песен, да, нужно быть всегда бодрым и веселым. Ни для кого не секрет, что Артем Авагимов не ходит в тренажерный зал, потому что у него... Не секрет, это ни для тренеров тренажерного зала, ни для кого, ни даже для самого Артема Авагимова. Да, потому что мне просто не хватает на это времени. У меня ритм немножко другой. Я полдня сплю, полдня занимаюсь делами. Ходить когда мне в спортзал, когда они не работают. Я тебе скажу так, у всех людей ритм такой. Все полдня спят, полдня занимаются делами. Да, то есть у меня заканчивается рабочий день в 3 ночи, поэтому я просто не успеваю. Диета. Вот у меня диета все подряд, например. Я ем. Я очень люблю поесть.
Вот так. Да, поэтому каких-то строгих диет пока я для себя не приемлю. Смотрим сюжет, делаем выводы. Смотрим. В эфире рубрика, в которой мы с Максимом Дюбенко, с экспертом в области приготовления кофе, готовим вам всякие кофейные напитки. Максим, привет, что мы будем готовить сегодня? Привет. Сегодня мы будем готовить кофе по старинному восточному рецепту. Называется он кофе индира. Mm-hmm. Для этого нам понадобится заранее вскипяченая вода. Да, кипятим воду, все просто. Немного молотых семян кардамона. Семена кардамона дома у каждого есть. Пару звездочек звездчатого аниса. Он тоже бадьян. Угу. Анис. Свежемолотый кофе. Угу. Очень, очень полезная вещь. Называется французский пресс. Французский пресс. И на этом все. Приятного аппетита. Давай начнем готовить. В кипяток. В кипяток насыпем немного молотого кардамона. Пол чайной ложки вполне достаточно. Как только закипел наш отвар, мы завариваем им кофе. Заливаем кофе кипяченым отваром. Отваром из кардамона. Из кардамона. И даем буквально 5 минут настояться. 5 минут ждете. Запах прекрасный, но все же ждете. Итак, 5 минут прошло, кофе настоялся. Что теперь делаем с французским прессом? Опускаем пресс и разливаем его по бокалам. Остался последний штрих. Угу. Мы дополним вкус этого напитка 2 звездочками аниса. Хорошо. Пахнет где можно? Шикарно. Да. Попробовать понюхать. Анис пахнет шикарно. Где можно взять анис? Я думаю, на любом рынке. Прекрасно. Дополняем анисом. Анис придаст этому напитку дополнительный, изысканный вкус и аромат. Сейчас проверим. Ты кстати, первый. Кстати, ты сахаром пьешь? Я вообще пью с сахаром, если честно. Сахар нужно добавить по вкусу. Пробую без сахара, скажу вам, вкусно это или да. Это вкусно. Попробуйте. В следующий раз с Максимом Дюбенко мы расскажем вам о каком-нибудь еще способе приготовления кофе. А пока пробуйте готовить индиру. Пока. Пока. Юлиус Майнл. Легендарный австрийский кофе и чай у вас дома, в офисе или в ресторане. Венские кофейные традиции с 1862 года. Юлиус Майнл. Вдохновляет каждая чашка. Телефон 268-00-26. Друзья, к сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Я, конечно, просил руководство канала, чтобы программа «Лучшая в Краснодаре» шла 24 часа в сутки, но мне по каким-то причинам не разрешили. У нас сегодня в гостях был Артем Авагимов, ведущий различных мероприятий, певец, автор песен собственного сочинения. Пожелай что-нибудь краснодарцам на прощание. Много езжу, много бываю, но свой город очень сильно люблю и, наверное, никогда его не променяю. Любимым краснодарцам, любимым родным горожанам своим хотел бы пожелать любви и добра. Любите и по-доброму относитесь друг к другу. Самое главное в жизни. Пока! Ведущий Артем Авагимов поможет вам организовать и провести любое личное и корпоративное мероприятие. Незаурядный подход, внимание к деталям и безупречный профессионализм. Артем Авагимов. Телефон 8 952 818 94 84.